Сегодня, вот сейчас я только приехал, я заехал буквально на часик на день рождения Скипаса. Я думаю, кто-то из вас знает, кто это. Вот, и мы что-то там сидели, разговаривали с Кондой. Всем сейчас так по душам поговорили. Какой он приятный чел. Дай бог, чтобы у него все залетело, чтобы он поднялся. Просто безумно крутой. Не дергайся, я не могу. У меня очень сильно прогрессирует мое заболевание. У меня невроз очень сильный. У Бэйби Мэла, у них затих вот этот вот не конфликт, как это назвать? Ну, то, что к нему там докопались до него. То, что на него внимание обратили. Мизулин там. Как вы считаете, это лучше или гораздо хуже то, что теперь присутствует такой цензор, который за лишние слова, за лишние действия тебя просто как муравья. Хуже? Естественно, как будто в такой теме, как творчество, естественно, как будто цензуры никакой не должно быть. Потому что, опять же, знаете, всех хуесосят новых артистов за их текста, за то, как они двигаются. И типа, бля, какое поколение будет выращено? Ну почему нахуй на меня это никак не влияет? Я слушаю музыку эту, почему на меня это никак не влияет? Наши родители, вы что думаете, что они какую-то они музыку лучше слушали? Да там пиздец времена у них были. Пиздец, какое музло они слушали. И это всегда было. И вот как будто цензуры в творчестве не должно быть вообще никакой, мое мнение. Ну, естественно, типа, кому есть дело до моего мнения? Мы что имеем, то и имеем. Вилта какая мазь, что думаешь? А что там? Биф? Да. Распались, да. Да, распались. Как будто еле минус вайб. Не, нихуя, типа, ну, конкретно на этом треке как будто еле чуть по-другому надо было звучать. Вот у меня такое ощущение. Ну, это чисто субъективное мнение. Я вообще, блядь, чё я этим музыкантам буду что-то говорить? Я вообще не музыкант. Ты, именно ты, давно бесплатно ел пиццу? Или, может, бесплатно катался на самокате? Пиши боту в Телеграм и получай свой промокод. Ссылка в описании. У тебя красиво лежат волосы. Нихуя себе, первый человек, который об этом написал. Шапку мне ебаная, они красиво лежат волосы. Просто шапка, блядь. Бро, ты кашляешь, при этом паришь одноразку. Я знаю, что я еблан редкостный. Я знаю, что я ебанат. Куман стримит. Я чем-то на Кумана похож, кстати. Сколько Баленсиага стоило? Ну, можешь зайти на сайт посмотреть. Дорого, но это бренд. Но честно, тему шмоток не хочется поднимать, потому что знаю, как все очень остро реагируют на эту тему. Каждый носит, что он хочет. Каждый покупает, что он хочет, правильно? 1005? Ну, я за 7000 взял, я за 7000 с Авито взял. А чё? На одной и той же фабрике, бля, делается. Как эту тему срали с... Когда я выпустил предзаказ на футболке Мистер Бист, зная, типа, мув... Мистер Бист, блядь, я вам так хочу сказать, это лох. Потом, как люди переобуваются, после того, как мы объявляем, как только закрываем предзаказы, мы объявляем о том, что это все людям будет бесплатно, те, кто захотели купить. Сколько я читал комментов, сколько людей, блядь, там переобулось. Просто пизда. Ну, конечно, в небольшой минус я ухожу в несколько сотен тысяч рублей, чтобы это бесплатно пошить и людям отправить. Но захотелось так сделать. Ты играешь на Мажестик? Ответь ты. Раньше играл, сейчас в последнее время очень долго не заходил. Мерс когда? Сейчас жду некоторые выплаты и скорее всего, буду покупать. Дай бог, чтобы вот этот вариант не купили, я вам сейчас его покажу. Дай бог, чтобы вот этот вариант не купили. Потому что по описанию, по тому, как она выглядит, это супер. Это вот идеальная сейчас CS-шка 43, я вам сейчас покажу ее. По-моему, она такая единственная в хорошем состоянии. 19-го года еще. И цвет у нее родной, такой охуенный, бля. Это, наверное, лучший вариант, который сейчас есть вообще. А, на 18-го, не 19-го. Но это родной ее цвет. И кайф то, что это, блядь, на ковшах еще. И кайф то, что это рестайлинг. То, что здесь нормальный экранчик. Не такой, блядь, как... Не такой, как у Сани. Потому что у Сани, там, поняли, вот такой с толстыми вот этими краями. И дай бог, чтобы она еще месяц повисела, подождала меня. Но она уже больше месяца висит. И вот это печально. Потому что, как правило, машина, которая долго висит, ну, ее проверяют, скорее всего, и отказываются. Наверное, там что-то нечисто в ней. Ну, потому что с какого хуя она висит уже больше месяца в объявлении? А может, она висит, потому что оверпрайс.
хуй знает. Хотя 5500, ну что здесь есть еще вот из этой цешки, что здесь есть за... Ну тоже 18 года 4500, на лям дешевле. Но они просто от состояния зависят и все. Просто зависит от состояния. Алло, какого хуя Скали вернул прическу и начал стримить? Скали начал стримить? Какого хуя? Почему у меня прическа вообще не похожа на Скали? Знаете, на что похоже? На долбоеба. Прическа похожа на долбоеба с розовой прядью. Нет у вас такого ощущения? Только чуть-чуть меньше кудрей и нет розовой пряди. Да, в натуре уебан. Ну-ну-ну, я о чем же говорю? Квертов не называйте Квертова уебаном. Ну, вам просто, ну, просто непривычно, наверное. Просто непривычно. А я вайбую что-то с этих волос, потому что у меня долгое время волосы только вверх могли быть, поняли? Вот фолликул, из-за того, что их взяли, пересажены волосы сзади, сзади другой рост волос. А спереди, они вот, которые пересажены, спереди они почему-то вверх стояли, так неприятно. И вот сейчас они начинают отрастать все длиннее и длиннее, и под своей же тяжестью они вниз начинают. И это пиздец, кайф. Заебало все время назад, нахуй. Очень много промокодов, это то, что нужно вам. Удобный купонный сервис, это сервис Купон Ван. Бесплатно на самокате ты доедешь до друзей. И с кайфом закажешь пиццу, ты ровно за 0 рублей. Бесплатный просмотр фильма, это еще не предел. Тут новые промокоды практически каждый день. Не потратил ни копейки, но вкусно, сытно поел. Написал в телеграм и получил все, что хотел. Сколько нужно времени, чтобы волосы стали длинными? Помните, до того, как я сделал пересадку, вот сколько времени прошло? Есть у вас понимание? Как будто, ну, полтора года, да? Нет, полгода. Вы смотрите, я помните, на лысо постригся перед пересадкой? Прошло, я делал это 10 февраля. Почти 8 месяцев прошло. Вот эта длина у меня за 8 месяцев отросла. А у меня тогда, помните, были до пересадки вот такие, нахуй. Вот прям вот... Вот сюда. Как будто это минимум полтора года. Ну, как будто следующим летом уже будут очень длинные волосы. Если они меня быстренько не заебут, и я не подстригусь опять на волосы, то... Но есть шанс того, что я просто под насадку побреюсь, и все, потому что... Сейчас до конца заживут, нужно год и два месяца, чтобы до конца фолликулы зажили. И я, наверное, просто, возможно, не отрицаю, но возможно, я просто на лысо постригусь, нахуй, и буду с короткой стрижкой гонять. С короткой пизжи, ну тут на вкус и цвет, типа, чувак. На вкус и цвет, кому-то нравится с длинными, кому-то нравится с короткими, кому-то нравится с кудрявыми и с розовой прядью, такие тоже есть люди. Как тебе цепелюхи за 2 миллиона рублей? Ну, не думаю, что он ее будет носить, как будто Варик ему взять деньги за нее просто, и все. Лёш, когда новая музыка, я потерял MacBook, когда... В Дубае был, вот приехал обратно, я потерял MacBook, поэтому не будет. Все 49 демок, которые у меня там были, я все потерял. Но если кто-то из вас найдет этот MacBook, можете выложить. Слава богу. Ну, Лёх, ты что, реально будешь через полгода краситься? Да-да, в планах было. Химическую завивку сделаю и розовую прядку верну. Ну, реально, хорошее время было, ну, прям ностальгируют все, ну, реально. А у меня бот банит 52, что ли? Уберите это. Модры, уберите это, пожалуйста. Нет? А почему через пробел пишут? Как тебе МГГТР, GTR? Охуенно, пиздец. Ебать, Joint Time? Joint Dev? Нихуя себе. Мужик, здорово. Кто-нибудь из вас помнит стрим садовода с Joint'ом? Это был первый раз, когда я продемонстрировал этот костюм. Я помню, что написал Joint'у эту идею, потому что вот у меня есть костюмчик, потому что я его до этого в Электростале купил на Авито. Вот так вот, подожди, что там нахуй? Все рожали, я рожу, господи. Есть. Мне кажется, неправильно рожать ребенка, когда нет достаточно много денег, чтобы содержать это. Хуйня. Затраты. Да хуйня, как это все. Ребят, самое главное, помните, ни в коем случае аборт. Никакого аборта. Нельзя. Ну как такое? Ну, это я против абортов. Ну, не может быть такого. Запретить, нахуй. Че с прической? Да, блять, че вы меня, сука, с этой прической доебали? Лиза, ну права вернули, да, видел сторис. Дай бог, чтобы теперь не потерял их. Ты вроде съезжать собрался, когда новая хата. К сожалению, ничего нормального нет. Очень сложно сейчас найти квартиру, вот, и... Я понял, что похуй, лучше я здесь... Ух, ебать! Только вспомнил. Вот у меня владельца этой квартиры, женщина, ей настолько похуй, чтобы вы понимали, у меня квартплата 20 числа. 6 число. Я не заплатил, потому что просто забываю. Она мне даже не написала. Вот ей настолько похуй. На 2 недели чел просрочил платеж.
Бля, может я просто с другого... Бля, может я просто не чекал WhatsApp? Такое тоже может быть. Пресня переоценена. Да 100% джит найс. Пресня переоценена, и плюс скопление, блядь. Одни медийки теперь тут живут, и летом было просто пиздец. Летом ты выходишь, знаешь, такое настроение. Выйти попить кофе, в кофейню зайти. Выходишь вот так из подъезда, и просто со всех оттуда, справа, блядь, посередине, слева, просто начинают кричать маленькие, нахуй, ребятишки, которые отдыхают на каникулах. Кореш! Пожалуйста, можно фото? И ты стоишь, типа, вот так вот, по классике, с 10 людьми, с 15 фоткаешься, и потом идешь уже по своим делам. Я очень сильно жду Новый год, чтобы он поскорее прошел. Ну, точнее, чтобы он поскорее начался. И вот в январе просто съебаться куда-нибудь, там, где тепло, и чуть-чуть почилить. Но сейчас я думаю о том, как сделать так, чтобы я мог давать вам свой мусорный АФК-контент, когда буду находиться в другой стране. Чтобы... Мне не хочется все это время стримить одному там. Поэтому надо будет как-то запланировать, чтобы там появились тоже люди. Может, кого-то еще пригласить, чтобы тут просто приехали хотя бы на недельку отдохнуть. Кто-нибудь из моих ребят. Может, вообще просто скришусь с Моргином, каждый день с Моргином стримы. Как вам? И рельчики чисто из скейт-парка.